Приветствую еще раз всех на, собственно, трансляции, кто зашел новенький, кто не новенький, кто старенький. Всем здравствуйте, ребята. Кто будет смотреть этот матч в записи, кто смотрит в режиме лайв, собственно, Стрэнджи против команды Wet Grizzly Pro. Ну, сейчас они почему-то Wet Grizzly просто называются. Ну что ж, итак, команда Стрэндж, состав у нас. Бинго. Был он Динго, теперь он Бинго. Вот так вот. Ринган, Бинго, Пушкин, Вираж и Джоэл, собственно. Команда Вэт Гризли, Ара, Котяра, Оранж, Сода, Магнит и Джон. Эти ребята уже между собой встречались, по-моему, и не один даже раз, если я не ошибаюсь. Ну вот, так что я думаю, что игра будет у нас очень интересная. Карта Оверпас, Айс Вар, Мани Кап номер 3. Уже третий турнир. Вот вроде только недавно я стримил первый, а уже третий, ребята. Вот так вот быстро идет время. Вот так вот быстро развиваются у нас дела в этом мире, собственно, вот так вот песок сквозь ручки бежит. Ну что ж, начинает у нас в Гризли, собственно, в защите команда Стрэндж в атаке. Ну и смотрим мы уже с нетерпением, мы ждем экшена, нетерпением ждем пистолетного раунда. Ну что ж, давайте смотреть. Хвостбар у меня пропали. Привет, хвостбаром. Поехали. Два Тэкнайна, кстати, в закупе у команды Стрэндж. Джоус с Бинго у нас купили по Тэкнайну. Раскидка Б-плента у нас во все идет. Ну и Джоус будет врываться у нас с зигзага с Тэкнайном. Замечает одного второго уже, по-моему, Джона. Джона, Джона! Мазафака, умирает все-таки там или нет? Джон живет еще, вы посмотрите. Джоус делает минус, Бинго также минус. Ну, Ара один размен смог дать. Ну, тут просто все в смоках. Вы посмотрите, как отлично раскидали у нас плен, собственно, ребята из команды Стрэндж. Так, Ару сейчас могут поддавить. Ад минус. Лови у капа. Я же испугался, честно говорю тебе. Честно, я испугался. Я подпрыгнул здесь на своем стуле. Спасибо. Спасибо, Шарт, за 20 рублей. Команда Доминус. Огромное вам спасибо и удачи. И удачи, собственно, по-моему, или нет. Вы играете в следующий или нет? По-моему, вы. Я вспомнил, кто играет. Или не вы. По-моему, вы. Как раз таки играйте следующую игру, а может и нет. Ладно. Спасибо еще раз за поддержку стрима. Спасибо большое. Давайте смотреть дальше. У нас первый раунд стрэнджи взяли. Отличная раскидка Б-плента у ребят получилось. Не удалось. Не удалось в Эдгризли там достаточно качественно принять, собственно, команду Стрэндж. Ну и смотрим мы за вторым раундом. Уже вовсю у нас он идет. В такой интересной позиции магнит у нас находится. Но эту позицию, я думаю, сейчас чекнут моментально. Так, смотрите, не чекают, не чекают. Хорошо, хорошо, как у нас играет. Магнит, минус 2, посмотрите, просто-напросто. Но Рингер, правда, размен там дал, но все равно магнит. Боже, и Оранж еще минус дает. Посмотрите, какой форс-бай у нас от команды Wet Grizzly. Уже минус 3, 2 в 2 ситуацию, но, правда, нет ганов. Замечает Пушкина у нас Котяра. Котяра стреляет по Пушкину. Хорошо, накали уже до 62 хелспоинтов. Еще в спину Оранж Сода. Посмотрите, как Оранж Сода хитро играет. Котяра держит своих оппонентов. Надо Оранж Соду быстрее, быстрее выходить. Боже, ну быстрее. Ну почему ты так долго думал? Боже, 2-0. 2-0, Стрэнджи. Да. Ну вот сейчас мог Оранж Сода просто зарешать весь раунд. Весь раунд мог просто сейчас вот... Когда не были сконцентрированы Стрэнджи на внимании Оранж Сода в спине, он мог просто сделать минус 2. Когда уже он дождался, все-таки решил выйти, уже было поздно. Уже было поздно, и стринжи развернулись, собственно, ну и до свидания. 2-0. 2-0, ну и смотрим, мы такой некий дефолтик у нас от команды, собственно, так, Котяра уже первый у нас умирает от Бинга, хорошо, есть антрифраг от команды Стрэндж, ну и занятие у нас мидлейна тут происходит, урон что-то там стреляется, 4 хелспоинт, умирает от Ринкарна, минус 3 моментально от команды Стрэндж, ну и Ара с Джоном у нас остается, собственно, Джон последний, ну что ж, ну, сейчас он благополучно умрет, я думаю, да. Умирает от Джоус, 4 хп оставляет, правда, вот еще бы одну пулечку даже в пальчик на левой ноге дал бы и убил бы. Вот, ну ладно, 3-0, есть первый закуп, есть, я думаю, должен быть. Вот, правда, легкая броня у Оранж Соды, 4 тяжелых брони, 5 кольтов, нет снайперской винтовки, просто-напросто потому, что не хватает денежных средств. Ребятам из Wet Grizzly вот решили они форсануть во втором раунде. Ой! Ой, хая, какая неудачная. Прилетела в спину от рикошетила от Ринкарна. Минус 25 хелспоинтов у Бинга, собственно. Ну и Вираж с ВП. Штатный снайпер команды, собственно, Стрэндж. И смотрим
За развитием событий четвертого раунда уже. Четвертого раунда, ребята, занятие туалетов, занятие мидлейна от команды Стрэндж. Решили закрыто у нас сыграть ребята из команды Вэт Гвизли Магнит с Джоном у нас на пунте. Джон, кстати, вот почему-то ретировался с Б-пунта именно на А. И теперь будет выступать, видимо, здесь. Ну, посмотрим. Магнит чекает просто за машины. Собственно, идет раскидочка. У нас флешечку откидывает Магнит. Хорошую, возможно. А вот все в дымах опять. Ну, какие раскидки у нас от команды просто... Стрэндж, это великолепнейшие раскидки. Посмотрите, все в дымах. Ничего не видят ребята из Вэт Гвизли Про. Ой-ой-ошеньки. Ну и что? Магнит непонятно куда жмет. Убивает Бинго. Джоус, Пушкин. Моментальные три фрага. Боже мой, Ара. Ну что ж, Ара Джон. Хорошо, минус два дают. Джон еще минус. Здравствуйте от Джона. Джон опять начинает у нас выступать хорошенько. Так, еще и Вираж сейчас может умереть на самом деле. Вираж умирает также от Джона. Триполки уже... Ой-ой-ой, последний бинго, бинго минус один дает, и бинго разбирается в ситуации. 1 в 2, клатч раунд, отличная игра от бинго. Четвертый раунд Стрэнджи берут. Да, ну вот, знаете, Вэт Гвизли все-таки усилиями Джона смогли таки выбить плент, но вот в конце концов зарешал, конечно, индивидуальный скилл. Индивидуальный скилл и позиция. Так, сори, телефон зазвонил у меня. Все, я уже выключил. Так, сейчас я поставлю без звука, чтобы он не мешался мне. Все. Так, сейчас на секунду, ребят. Блять. Так, ну что, смотрим мы дальше за игрой. Собственно, сори, ребята, я немножко отвлекся. Ну, давайте смотреть. Итак, Вираж также со снайперской винтовки у нас выступает. Я вот вижу почему-то странный закуп от команды Вэт Гвизли. Я вижу Муху от Orange Soda, вижу ФАМАС, ЦЗшечка от Ары, ну и три тяжелых брони на всю команду, собственно. Пока что не понимаю, в общем-то, замысел ребят. Ну ладно. Собственно, два минуса от Стрэнджей моментально происходит. Были некие, знаете, в команде Стрэндж разногласия. После того, как они проиграли финал на Банни Капе, вот немножко я общался, собственно, с представителем команды Стрэндж. И сказал он, что есть некие проблемы. Есть некие проблемы, собственно, немножко мораль упала у ребят после проигранного финала. Ну, собственно, а что грустить? А, собственно, что грустить, если вы на каждом турнире заходите минимум в топ-3? Ну вот, поэтому, не знаю, может быть, что-то изменили, конечно, в своей игре, ребята, не знаю. Вот, но мы видим плоды, да, результат. То есть уже 5-0, все хорошо, у меня команда дно. Ну, это тот парень, который дал даблкил. Здравствуй, Сарк. Ну, что, хорошую игру показали, так или иначе, нормально. 5 раундов-то или 6 вы взяли, хотя бы не в ноль, уже хорошо. Вот, получили опыт игры, поэтому нечего расстраиваться, нечего называть своих тиммейтов дном. Поэтому давайте смотреть просто за игрой. Итак, 6-й раунд у нас уже на подходе. Видим, мы опять закуп, собственно, от команды Вэт Гвизли. Есть 3 кальта, 2 ФАМАСа, ну и... Снайперская винтовка также от Виража. 4 калаша также в закупе у команды Стрэндж. Ну и смотрим. Ой-ой-ой, Магнит там поджимал. Пушкин уже энтрифраг дает. Отлично, Пушкин моментально разбирается там, видимо, на Б-пленте. Да, выход на Б-плент уже вовсю идет. Замечает еще Оранж Соду. Ой, Оранж Сода попадает. Попадает с ФАМАСа. Но у нас нужно сейчас как-то на Б-пленте более развернуто выступать. Ребята, мы с Вэт Гвизли. Магнит, Котяра, моментально три фрага. Вы посмотрите, Джоус, Бинго вдвоем остаются уже. Ну и Магнит еще минус у нас дает. Джоус последний. Сгорает у нас Оранж Сода. Ё-моё. Джоус последний. Ну вот он в спину обходит Магнита. Сейчас может дать минус. На самом деле 4 хп всего-навсего у Магнита. 28 у Котяры. То бишь есть шанс еще у Джоуса. Два родовейших игрока. Хорошо, есть хэдшот по Магниту. Отлично. 1 в 2 ситуация. Джоус может, в принципе, затащить им. Смотрите, как убивает Котяру. Еще Джон последний. Ну, Джон тоже. Он... Знаем мы прекрасно его, собственно... Сильные стороны. Он может тащить такие клатчи. Не раз он показывал свое индивидуальное мастерство. Поэтому Джон пока вот теряется в догадках. Где же все-таки последний игрок команды Стрэндж? Джоус. Ну, Джоус ждет тоже. Выжидает позицию, собственно. Ну, Джон верит, что это Б-плент. Правильно делает. Не уходит никуда. Ну и посмотрим.
Кто же сейчас кого перестрелять? Джо все чекает. Очень осторожно. Джона не видел. Джон тоже очень мега осторожно у нас играет. Вот сейчас должен был слышать. Ой-ой-ой, ошибается Джон немножко. Ой-ой-ой, ну Джон, хорошо, перестрелял, переспрейл просто Джоуса, собственно, берет один в один, первый раунд для Вэт Гризли он берет, ну и статистика после 6 раундов, смотрим, магнит, 5 на 5, 4, 5, Джон, Ар, 2-6, 2-6, Оранж, Сода, Котяра, 1 на 6, команда Стрэндж, Джоус, 8-4, 7-1, Бинго, Пушкин, 7-2, 6-3, Ринкарн, Вираж, 0 на 4, пока что вот такие вот у нас дела. 6 раундов уже позади. Могу сказать, что Стрэнджи очень качественно проводят игру. Собственно, мне очень нравятся их раскидки на плент, на бэплент, пистолетный раунд. Вы помните, как они все задымили. Как они на ганах задымляли аплент, что там вообще ничего не было видно. Но и усилиями, правда, там Бинго, собственно, затащили тот раунд самый. Но, ладно. Ну, посмотрим. В Эдгризли тоже, ребята, знаете, не пальцем деланные, тоже могут показать себя, могут показать достойную игру и выиграть. Не зря же они выигрывали уже в Ice War Money Cup номер 1. Третье место на втором Ice War, собственно, они заняли. И вот сейчас уже третий, то есть, по факту они сейчас должны взять второй. Да. Так, ненадолго я зашел там ВКонтактечек. Так, ну смотрим дальше. Итак, 7-й раунд у нас уже на подходе. Давайте смотреть. 3 кольта, 2 фамаса в закупе у Вэт Гризли. Ринкарн делает уже энтри-фраг. Где же ты нашел? В коннекторе находит магнит. Магнит, видимо, не был готов к такому повороту событий. Но моментальное занятие мидлейна, ну и... Оранж Сода в интересной позиции, на самом деле сидит, смотрит трубу, смотрит коннектор, выход из него, есть информация по, собственно, двум игрокам в коннекторе, которые простреливают, там шьют просто дверь. Чем же она вам так насолила-то, ребята, что вы ее там всю расстреляли? Так, флешечка дается, ой-ой-ой, Оранж Сода, ну и сам себя спалил просто-напросто этой флешкой. Точнее, не флешка, а вот тем, что начал стрелять под флешку, ну, вовремя отвернуться, что ли, не смог, непонятно, немножко мне вот этот вот... Экшон от него, ну ладно. Итак, выход на Джона. Выход на Джона, выход на плент. Опять сейчас будут смоков миллион. Да, вот опять откиданы смоки, раскидка пошла. 2 молотова в банк залетает. Ну, правда, вот у нас не задымлено вот это вот местоположение, где, кстати, как раз-таки Джон у нас находится. И Джон тут мог сейчас убить одного второго, но вот не смог. Немножко не смог. Ну что ж, смотрим. Ой-ой-ой, как Джон-то врывается. Посмотрите, Джон, бинго, размен моментально, но ты в 4, так или иначе, ситуация у нас. Бинго просто-напросто прячется. Оранж Сода у нас что делает? Оранж Сода стреляется по Пушкину. Пушкин просто даблкил дает. Отличнейший. 6-1. И опять пауза. Ну, с чем связана пауза-то? А, да, вылетает у нас кто? Джон, Магнит, Оранж Сода, Котяра. Ара вылетел у нас. Ара вылетел у нас, которого как раз-таки все ждали. И вот вылетает у нас один игрок в Эд Гризли. Ну что ж, будем ждать. Будем ждать. Надеяться и верить. В быстрый приход его. Пока можете что-нибудь в чатик пописать, ребятушки, а то совсем скучновато в чатике, что-то пустовато у нас. Пока у нас есть пауза, тем более. Еще одна игра нас сегодня, собственно, ждет. Пока вот я не могу сказать название команд, но вот сейчас, я думаю, я скажу вам точно. 10 человек на трансляции, да, не густо, ну и не пусто, слава богу. Now and Forever против, собственно, Доминус у нас. Последний матч дня на сегодня. Завтра у нас, собственно, намечены два параллельных стрима по 4 игры. Если, собственно, я не ошибаюсь, два параллельных стрима по 4 игры, это очень жестко, очень, собственно, ну, чтобы как-то сократить время, собственно, проведения турнира. Тем более у нас такой вот интересный формат на этот раз, что у кого там 6 очков, тот выходит. Собственно, топ-4 у нас выйдут в полуфиналы.
Вот. Здорово, Магнум. Привет. Поздравляю вас с победой. Молодцы. Поздравляю вас с победой. Ну что ж. Пока что мы ждем. Пока ждем, пока зайдет у нас Ара. Может быть, интернет отвалился, конечно, у него. Не знаю, с чем связана такая пауза. Не знаю. Так, скоро у нас еще должен быть баня кап на самом деле там в эти выходные вроде как. Я не знаю, смогу ли я стримить тоже это дело или нет. Вообще хочу уже как-то, собственно, в соло поиграть. С подписчиками давно я не радовал вас. Вот. Поэтому надо бы, конечно, найти время. Найти время, а вот это вот реально самая, наверное, большая проблема для меня. Найти время просто-напросто. А что в Доте происходит, ребят? Как это вообще? Вы видели решафы? Помню камбэк от ВГП, когда счет был 13-8. И они затащили, так что не все потеряно у них. Ну, блин. На самом деле, Стрэндж очень, очень сильная команда. И я думаю, что если Стрэнджи будут вести 13-8, я думаю, что они уже, знаете, не упустят победу. Вот так я могу выразиться. Поэтому вот так. Но я не знаю. Тут на самом деле и Wet Grizzly команда мне очень симпатизирует. И команда в Strange также мне очень симпатизирует. Поэтому я не знаю на самом деле. Ой, а в Москве-то, кстати говоря, в Москве строится арена киберспорта. Йо, я сейчас фоточку нашел тут. Стройки. Да. Это хорошо. Теперь у нас будет своя киберарена, как в Киеве, собственно. Это замечательно. Замена у нас будет, я что-то чатик прочитал сейчас. Да, замена у нас заходит, собственно, вместо Ары. Видимо, не смог он справиться со своими там проблемами с интернет-соединением, может быть, не знаю с чем. Ну, зашел у нас, собственно, парламент вместо Ары. Ну, будем смотреть, первый раз я этого игрока вижу, не знаю, кто такой. Давайте смотреть. Давайте смотреть. Собственно, закупа сейчас у команды Wet Grizzly не должно быть. Это, наверное, будет 7-1. Ну, а дальше уже будет... Надо уже тащить. Тащить Wet Grizzly, надо уже собираться, конечно. Надо же что-то как-то активные действия проявлять. Но вот пока при защите, при убивании понта, не очень удачно у них все получается. Все-таки вот эти вот раскидки от команды Strange, они очень сильно эффективно влияют на игру. Вот. И могу сказать так, что в момент таких раскидок ребятам из команды Wet Grizzly нужно просто-напросто врываться. Вот смотрите, какая аркада у нас сейчас происходит. Четверо бегут по длине. Ну что ж, увидит или нет? Бинго. Бинго сейчас может умереть. Бинго. Бинго слышит, слышит, слышит. Да-да-да-да-да-да-да. Пушкин Ринкар минус 2. Пушкин Ринкар минус 2. Родовенький у нас еще парламент, который зашел вместо Ара, собственно. Ну и 3 в 4. Дали минус на Ринкарне. Джон. Джон даблкил. Посмотрите, Джон опять что исполняет этот парень, а? Да, отличная игра, собственно, от Джона, ну и рядовенький Бинго, рядовенький Вираж, и Аурорич Сода, то у нас почти сотый, то есть, и... боже, еще добивает и Бинго. Да, ну если сейчас отдадут экономический раунд, вот такой вот экономический раунд, если отдадут, то это будет, конечно, печаль, беда совершенно для команды Strange, это может даже, знаете, повлиять как-то на психологию игроков.
Но Пушкин, 100 хп, практически 87. Если быть точным, и, собственно, на него-то весь экшон наверняка будет. Давайте посмотрим. Так, ну, да что ж, как ты ошибся? Это Джон Прожер просто минус 3 уже дает. Последний вираж. Ну и 4 килла от Джона. 4 килла. Квадрокилл от Джона. Экономический раунд берут Вэт Гризли и возвращаются. Я надеюсь, в эту игру как ошиблись в этом раунде Стрэнджи, как ошибся сейчас Пушкин, который решил просто в смог ворваться на Джона, который проявил хладнокровие. Хладнокровие неимоверное, собственно, убил у нас Пушкина. Ну и 6-2. Вот так вот экономический раунд заканчивается такой вот эпопеей, самой настоящей. Ну ладно, давайте смотреть далее. 8 раундов позади уже, собственно, 6-2. Пока Стрэнджи ведут, но уже, знаете, в Эдгризе начинают набирать раунды. Ну что ж, Джон поднял у нас АВП. Топ-фрагер, собственно, своей команды. 9 на 6 у него счет. Есть одно МВП. Чек не ВК. Да, сейчас чекну, конечно. Не проблема. Деньги не проблема. Так, ну что ж, Ринкарн. Вот так вот Ринкарн. Стэк-9 у нас убивает Магнита. Энтри-фраг для команды Стрэндж. Ну и смотрим далее. 4 в 5 ситуация. Так, и что ты мне это скинул? Зачем? Зачем? Не понял, зачем ты мне это скинул. Ну ладно, бинго у нас дает минус. У нас уже 3 в 5 ситуация. Джон пока не удается попасть со снайперской винтовки. Собственно, в очень хорошей позиции у нас, тем более, находится вот этот паренек. Ринкарн с кольтом, который нашел у Магнита кольт. Стэк-9, но он вырубил его, собственно. Ну и что-то после экономического раунда. Я прогнозировал, что в Эдгризе сейчас начнут тащить раунд за раундом. Но вот что-то получается так, что Стрэнджи опять берут. Не понял. Джоус порезал своего. Джоус убил своего игрока. Пушкин завис, что ли, или что? Не понял я. Ну ладно. Пушкин, не знаю. Ладно, 4 в 3 ситуации. Врывается котяр. Есть информация. Джоус минус моментально. Ринкер также минус. Последний у нас, собственно, Оранж Сода. 15 хелспоинтов. Также умирает от Джоуса. Ну и 7-2. Ну а что с Пушкиным-то, собственно? Завис он или что, друг? Зачем ты его порезал? Зачем ты его порезал? Да, беда. ВГ Про затащит. Ну, посмотрим, как они затащат. Джон в аркаде. Хорошо, есть первый минус. Моментально размен от Пушкина, извините. Ну и снайперская винтовка от Ринкарна теперь. Вот вираж почему-то не стал у нас играть со снайперской винтовкой. 0 на 5 у виража, пока вообще игра не идет совершенно. Ну и бинго. Опять очередной хедшот ставит. Пока очень легко, на самом деле, вот складываются вот эти вот первые фраги для команды Стрэндж в начале раунда. Не знаю, я как-то вот подрастроен, конечно, этим фактом. Ринкарн хорошо прочекал у нас мида, убил парламента. Ну и 2 в 4 уже ситуация у нас. Оранж Сода отваливается от виража. Есть первый килл виража в этой игре. 1 на 5 у него стата. Ну и Магнит последний. Магнит играет у нас на апунте. Это 8-й раунд для Стрэндж. Первая половина у нас уходит в копеечку Стрэнджей. С чем я, собственно, их и поздравляю. Пока в Гризли я не узнаю на самом деле. Вот я не узнаю, хотя, ну, не все потеряно это, собственно. Не все еще потеряно. Не все еще потеряно, поэтому я знаю, как в Эдгризле умеют камбэчить. Я знаю, как они умеют камбэчить, но я знаю, как стрэнджи умеют удерживать свое. Вы знаете, вот это как такой зверь. Зверь, который вцепился в свою добычу, да, и вот он уже не хочет ее никому отдавать. Вот так и стрэнджи играют. Если они вцепились, если они реально жестко берутся за игру, то все складывается именно таким образом. Ну что у нас там очередной поджим? И смотрите-ка, на Б-план бегут ребята. А кто у нас на приеме-то? А на приеме у нас Джоэлс. И вот опять ошибается Ой, не ошибается. Минус 2 опять. Ну посмотрите, Ринка, правда, у нас еще один размен. 3-2 в большинстве команды. У нас Стрэндж, ну и... Опять угадывают. Опять угадывают в Эдгризле, но в этот раз стрэнджи были более предусмотрительны. Парламент последний с артефактным, собственно, калашом. Остается 1 в 3. ВГ всегда так групповой этап разыграют. А тут дело в том, что как бы групповой этап... как бы... Тут пан или пропал, понимаешь? Тут как бы вот если сейчас не выигрываешь, то...
Собственно, выходит в полуфинал 4 команды всего, 4, которые наберут по 6 очков, собственно, 2 победы. Вот если 2 победы подряд вот 4 команд есть, все. То все. Собственно, вот такие вот дела. Ара, я тебя что-то не узнал. Ара Стас. Да, я так и понял, что у тебя что-то там с интернетом, видимо, случилось. Очень, конечно, я расстроен, что тебя нету на игре, но надеемся, что парламент тебя заменит. Собственно, неплохо. Так, ну смотрим дальше. Итак, Джон, хорошо. Джон есть первый минус у нас. Смотрим мы за котяр. Котяр у нас умирает. Собственно, выход опять на Б-плент у нас от ребят. Ну и Джон. Джон просто... Джон! Джон замечает у нас, собственно, Джоуса. Ну, оставил 9 хп Джоусу. Виража 2 хп. Очень рядовые игроки команды Стрэндж. Но дело в том, что преимущество-то опять у команды Стрэндж. Большинство-то есть. Но вот смотрите-ка. Оранж Сода с парламентом вдвоем. Парламент у нас со снайперской винтовкой. Ну, вот это вот интересно. Два родовых игрока там, собственно, по одной пуле дать. Но Джоус моментальный размен у нас дает. Последний парламент, и он не решается пойти. Он просто убегает, сейвит свою снайперскую винтовку. Ну и 10-й раунд Стрэнджи уже берут в атаке. Очень нравится мне вот действие ребят из Стрэнджей в атаке на самом деле. Извините, конечно, за тавтологию, но так оно и есть. Действуют они очень агрессивно, очень мобильно. Их раскидки застают врасплох полностью. В Эд Гризли ничего не могут с этим поделать, собственно, ребята. Но я считаю, что счет пока что очень закономерен. Счет-то по игре. Ну что ж, смотрим. АВП у нас одно засейвленное, собственно, от парламента с дропного магниту. Ну и будем мы смотреть дальше. Брат, я не знаю, почему я лагаю. Я не должен лагать. Я еще у кого-то есть буферизация стрима, пожалуйста, скажите мне, и лагаю ли я вообще. Ох, как меня эти настройки уже, конечно, достали, я даже не знаю, как комментировать эту ситуацию. Ну что ж, давайте смотреть Джон опять. Ну Джон в каждом раунде без минуса вообще не хочет уходить. 13 на 10, единственный, кто жестко очень старается в этой игре, Orange Soda также у нас делает минус, ну и смотрим. Ой, не вовремя, как Рилол делал у нас Джон. Джоус его находит. Вираж также минус на магните. Вираж еще одного замечает в туалетах. Ну и 3 в 3 пока ситуация. Есть равенство, но я думаю, что это очень ненадолго. Есть информация от Джоуса, что, возможно, сидит еще один игрок вот тут. Вот, а он, кстати, с калашиком. А он, кстати, с калашиком выпрыгивает под отличную флешку. Как не чекнул Джоус? Ну ты же под флешку выпрыгивал. Ну как же так произошло-то, друг мой? Ринкан еще мажется в АП. Оранж Сода, трипл килл. Да, вот это ошибки от Стрэнджей. Вот из-за таких ошибок, собственно, и, знаете, делаются камбэки. Ну что ж, смотрим. Так, котяра еще попадает. Ну все. Залетает все, что можно. Залетает все, что можно. 10-3. Она ошибались. Опять Стрэнджи. Ну вот все раунды, которые они отдали, а их ровным счетом 3. Все 3 раунда были выиграны ребятами из Вэт Гризли на ошибках Стрэнджей. Поэтому... Если будет меньше ошибок, собственно, быстрее выиграете. Я могу так сказать. Все четко. Это отлично, Дримтоп. Это отлично. Ну что ж, магнит. Есть первый минус. Энтрифраг для команды Вэт Гризли. Хорошо поджал в миде. Ну и еще засейвился. Смотрите-ка. Безопасно тоже играет. Уходит. Ну и... Вираж с Ринкерном. Теперь решили в две снайперские винтовки сыграть. Я знаю, что Вираж это штатный снайпер команды Стрэндж, а Ринкер как раз-таки это некий запас прочности, но в этот раз решили сыграть аж в две снайперские винтовки. Не знаю, с чем связано, собственно, под моменталочку Джоус у нас залетает в туалетике, никого он там не видит, очень скрытно и закрыто у нас играют ребята из Вэт Гризли, но вот так вот. Ой-ой-ой, сори, свернул игру. Свернул игру я. Ну что ж, ой, у нас там тройная подсадка мутится. Мутки мутятся, поехали. Есть первый минус. Вот такая подсадка, ребята. Реализована на все 150%. Шикарная подсадка. Шикарнейшая просто. Ну, Ринкан еще с АВП попадает. Вы посмотрите, а как у нас реализованы АВП в этой игре. Просто шикарным образом. Ну что ж, парламент слышит, как ставится у нас плент. Влетает.
Опа, а плент-то с другой стороны ставился. Ха-ха! Вот это неждан прилетел, а? Ну что ж, Джон вместе с Оранжсодом вдвоем. Джон остается один. Один в три ситуации. Джон попадает по голове Джонсу. Но Джонс опять успел развернуться. Каким-то образом поставил головошот Джону. 11-3. 11-3, но надо тащить в Гризли последний. А денег-то и нету. Денег-то нету вообще. Да, десертыглы в бой. Пошли, три десертыгла. Фомас и Кольт от Оранжсоды. С Фомасом играет у нас Котяра. Ну и... 4 калаша и снайперская винтовка от Виража. Решили сейчас не покупать 2 снайперские винтовки, дабы обезопасить, может, себя от какого-то провала в этом раунде. Все-таки 12-3 это очень уверенный и спокойный счет для достижения успеха в следующем раунде. Магнит. Энтри фраг с дигла повесил. Отлично. Бинго также размен. Подсадка Нави. Да, подсадка четкая на самом деле. Очень четкая подсадка. Ну и смотрим дальше. Итак. Джойлс. Джойлс, Магнит, ну что ты творишь? Даблкил от Магнита, берет еще калаш. Аркадий, дальше триплкил от Магнита, что ты делаешь, друг? Ну, Ринган только вот дал первый размен, замечает еще парламента. А что у парламента вообще? 1-4 пока ситуация у парламента. Вот эта замена вместо Ары зашел. Ну и смотрим, Last Round, первая половина, напоминаю, у нас сейчас происходит на наших с вами глазах, собственно, Ринкарн. Ринкарн выходит, знает, что парламент сидит в коннекторе. Занимает туалет и просто идет. Просто идет, собственно. Так, Вираж, хорошо. У нас убивает одного. Парламент размен. Ну и Вираж последний со снайперской винтовкой. 1-2 ситуация. Но если 4 раунда в Эдгризли возьмут в защите, то есть шанс у них. Есть шансы. Ну, конечно, не прям такие стопроцентные, но шансы есть. На то, чтобы, собственно... выиграть эту игру. Котяра убивает последнего виража. Отлично. 11-4 у нас первая половина. Вэд Гризли. Джон. 14-13. 9-13. Оранж Сода. Магни. 9-14. 3-13. Котяра. Парламент. 2-4. Команда Стрэндж. Джойлс. 16-9. 12-7. Бинго. Рингарн. 16-9. 13-8. Пушкин. И вираж. 5-7. Вот такие вот у нас дела, ребята. Вот такие вот у нас дела. Ну и ждем. Ждем мы с нетерпением начала второй половины этой встречи. Так. Так. Ну что, в Эдгризе, я думаю, готов. В Эдгризе должны сейчас тащить. Пистолетный раунд очень важен. Очень важен. Но я думаю, даже если в Эдгризе сольют, они там по-любому форсанут. Они в любом случае всегда на второй раунд берут форс. Вот я что заметил. Ну и бегут просто на Б-плен. Бегут просто на Б-плен. На Б-пленте у нас Джоэлс. Джоэлс, ну вот, очень плохо вышел. Джоэлс, у нас есть первый минус. Но там уже... посмотрите, сколько там игроков. Уже, собственно, моментальная стяжка от команды Стрэндж у нас. Но есть уже первый минус. И есть уже большинство у команды Вэд Гризли. Ну и есть заявочка на взятие пистолетного раунда. Ну давайте смотреть. С места в карьер Вэд Гризли стартанули просто-напросто. Ну что, занимается у нас болото. Есть минус от Виража. Хорошо. Вот те у нас сидит Оранж Сода. Также минус от Бинга. Джон размен. 3 в 3 ситуация. Ну что, Ринкард. Ринкард делает минус 1. Хорошо. 2 в 2. 2 в 2. Ну кто же возьмет верх на сегодня? Пушкин не попадает, Ринкарн минус, ну и последний магнит, 42 хп против 28. Ну и щипцов нет. Щипцов нет, это пистолетка за Вэд Гризли, отлично. Пистолетка за Вэд Гризли, 5-11, и я надеюсь, что ребята сейчас вернутся, собственно, в игру, начнут убивать, потому что вот... в первой половине в основном убивал только Джон. Только Джон у нас опять блистал своими индивидуальными действиями. Ну вот, что не могу сказать, собственно, о продолжении. Я надеюсь, что сейчас нормализуется ситуация. Ребята будут убивать уже более-менее нормально. Ну что, у нас форсбай от команды Стрэндж. Поехали. Стрэндж сидит в позиции. Стрэндж ждет. Стрэндж есть. А, Джойлс, Рингар, моментальные два фрага. Ну что вы делаете? Бинго еще минус. Ну как же так происходит-то, боже, три игрока моментально у нас умирают, жмут дальше у нас просто ребят из Вэд Гризли, Бинго также минус, последний магнит, 33 хелспоинта.
Да, как сыграли, как угадали сейчас тренджи, что именно на БПЛ у нас пойдут ребята из Red Grizzly. Как они сейчас сыграли шедевральным образом, просто великолепное читание игры, великолепнейшее. 12-5, 17 раундов позади уже и ситуация для Red Grizzly была хорошая. Они взяли пистолетный раунд, то бишь у них есть все возможности для того, чтобы продолжит набирать раунды и сокращать отставание от своих оппонентов. Ну что, Ринкер на мидлейне у нас. О, сейчас умрет Ринкер. Да, ошибся. У нас Ринкер сделал минус один, но этого недостаточно. Этого недостаточно. Отдает калаш. Он магниту, собственно. Но и смотрим дальше. Магнит моментально умирает. Теряет свой девайс. Артефактный, который, собственно, нашел. Оранж что-то подбирает калашек. Есть молотов у него. Тоже, видимо, как раз-таки Ринкерна. Ну и 3 в 4 в меньшинстве пока что у нас ребята из Red Grizzly, но есть калаш. Уже какая-то надежда появляется. Возможно, два глока от Котяры и Парламента. Парламент вообще у нас на длине находится в данный момент. Orange Soda, собственно, в коннекторе. Ну, пока непонятно, куда у нас выход пойдет. Пока непонятно немножко. Но мы просто ждем. Мы просто ждем. Итак, видимо... Да, вот сейчас будет подсадочка. Да, подсадочка сейчас будет. А, хорошо. Так, а что-то вы делаете? Непонятно, что вы делаете. Так, ну заметьте, у Orange Soda, что там стоял, собственно, игрок Дефенса, чекал просто-напросто. Ну и идут они пода. Идут пода, вираж, еще одна голова. Даблкил от виража, хорошо. Ну что, заметил Orange Soda или нет? Orange Soda, да, последний ставит головошот у нас Бинго. Последний, собственно, он остался. Остаться в живых. Миссия невыполнима. Погнали. Orange Soda с бомбой на руках. Калаш есть тоже. Бомба в зубах. И не донес он ее до назначения. Собственно, умирает он от виража. 13-5. 3 раунда всего осталось здесь стренжам для победы в этой игре. Да. Ну, очень мне понравились ребята из Стрэнджей, на самом деле, ну, за исключением, конечно, ошибок, которые они допускали, но куда без ошибок, собственно, в Counter-Strike. Ошибки свойственны всем, поэтому не будем их за это винить. Просто смотрим далее. Итак, Ринкер поднял снайперскую винтовку. Решил поджать мидл, но там прилетел флешечка, он решил не стоять дальше, не ждать свою смерть, а... Сыграл более своего. Магнит, энтри фраг есть на Джоусе. Хорошо. Хорошее начало раунда. Ну что ж, ну... Надо вот так же размеренно и уверенно довести дело до конца. До шестого раунда. Потому что если сейчас отдать, там уже денег не будет на 15-й раунд, собственно. Там уже и good game. То есть этот раунд в плане всего очень важен для команды Red Grizzly. Не так важен, может быть, для стрэнджей. Не так важен, возможно, для Стрэнджей, как для Вэд Гризли. Ну что ж, давайте смотреть. Итак, Вираж. Также у нас на пунте выступает Вираж с калашом на сей раз. Так, Вираж не попадает, к сожалению. Вот видео уже просто, ну, стяжка должна быть просто там неимоверно идти. Котяра минус, хорошо. Ринкарн с АВП разруливает и умирает. Кстати, посмотрите, уже Соду смог нашил как, а? И Джон смог нашивает. Ну просто, ну... Дети дыма, а? Самые настоящие. Дети дыма просто. Ну что, последний Бинго. Бинго делает минус. 20 хелспоинтов у Бинго. Берет АВП. Умирает от Джона. Отличная игра. Вэд Гризли. 6-13. 6-13. Собственно, есть шансы у ребят из Вэд Гризли. Да. Ну... Могу сказать только, что нет права на ошибку. Потому что... Любой отданный раунд тут приблизит как бы Стрэнджей уже ГГшечке. Конечно, нужно тут не ошибаться. Нужно не ошибаться, нужно жестко и четко браться, если ребята хотят набрать 3 очка в первой встрече. Итак, Магнит чекает просто Б. Чекает Б, Джоус. Ну что, убьешь? Нет, Джоус, то убивает. Оказывается, Джоус, Бинго там тоже замечает он. Выходит еще и пушки. Ну должны дожать-то. Да, дожали все-таки одного игрока. Вираж ЦЗшка оставляет, собственно, 31 хп. У нас Orange Soda, Ринкер у нас в спине. Бинго, что с Пушкиным? Бинго взял Галил. Ну, неплохо. Хоть что-то уже нашел. Нашел что-то и уже хорошо. Что, бомба ставится. Бомба у нас ставится, собственно... Ну, это седьмой. Это седьмой раунд для команды Wet Grizzly. И останется нам, ребята...
никуда после этой игры не расходитесь. У нас будет еще одна встреча, собственно, в рамках Ice War Money Cup номер 3. Завершается у нас сегодня, по идее, или не завершается. Так, надо посчитать. Вчера 4 игры было. Да. Завершается у нас сегодня первый раунд. Завершается сегодня первый раунд, завтра второй. И второй раунд будет сыгран за один день. Не будет он растянут на 2 дня, поэтому вот такие вот делишки. Ну что ж, 13-7. 13-7, и что по закупу-то? А закупу-то опять нет, просто форсуют ребята из Стрэнджей. 4 легких брони, собственно, ЦЗшки вижу, П250. Ну, давайте смотреть. Уже был такой раунд, когда Стрэнджи взяли пистолеты. Может быть, сейчас ничего не изменится, и также они смогут, собственно, шикарнейшим образом отыграть. Так, Бинго тут просто полностью слепой, замечает одного второго. Есть информация, уже надо стягиваться побыстрее, ребята. Ну, почему так долго-то опять? Где же помощь Бинго? Бинго беды тут терпит просто, он уже в смоке, он уже не знает, куда себя деть, выходит стреляться неудачно. Джоус размен моментальный, зигзага Джоус как, ах, ой, даблкил от Джоуса, ну отлично. В спине еще, боже, магнит не убивает нас никого в спине, вы посмотрите, как опять ошибки какие, вы посмотрите, ну как же так опять произошло? Ну только я сказал, что уже брали такой раунд у нас, ребята, из Стрэнджи, брали. Ну как же на своих ошибках в Эдгризе не учатся, отдают 14-й, ну боже мой. Да. Я думал, честно, я не думал, я был уверен, что сейчас... Что сейчас аж работу над ошибками по-любому в Эдгризли проведут. Был уже такой раунд, когда они взяли пистолетку. Следующий раунд был с пистолетами на полном экономическом, вообще без брони. Сейчас-то они даже с бронями были, с первыми, с легкими. Но так или иначе, так или иначе, был уже такой раунд. То есть уже знали, что примерно ждет ребят из команды в Эдгризли. Что их может ожидать вообще. Но нет. Не вовремя спохватились. Проиграли 14-й, то бишь 2 раунда до победы Стрэнджа. 2 раунда всего, ну и давайте смотреть. Да, ну конечно, стили игры в атаке у команд, ну просто кардинально разные. Вот Стрэнджа у нас играет очень быстро, раскидывают все замечательнейшим образом и никогда не стоят на месте. А вот Гризли они такие, знаете, любят похаудить. Любит похаудить, собственно, любит сыграть безопасно, дефолтно, ничего не придумывая. Ну, вот так вот. Вот, раскидка пошла, кстати. Вот так вот, один дым. Второй дым, хорошо. Но вот эта территория не была задымлена, именно поэтому котяра-то у нас умирает. Вираж-то просто отличным образом сыграл. Бинго в спине, делает минус 2, ну и последний магнит. 15-й раунд, видимо, для Стрэнджей. 15-й раунд, видимо, для Стрэнджей, да. Конечно. Но вот представьте просто на секундочку, что в Эд Гризли не отдали бы вот эти вот глупые ошибки, вот эти вот экономические раунды. Ситуация сейчас была бы где-то что-то типа 13, 14, 13, да, 13 уже 9 или 13-10. То есть вы понимаете, да? А так в итоге 15-7. Но вот Ринкрон уже в аркаде, в скрипе, делает первый минус, замечает еще Магнита. Закуп ужаснейший у команды, собственно, в Эдгризе есть дробовик, десерт игл от парламента, 2 Тэкнайна, ну и магнит, 2 хелспоинта, да. Что-то тут уже сделать будет архи-архи сложно. Конечно, еще и Хае шикарнейший прилетает от Ринкарна, взрывает он магнита, ну и Джонс с парламентом вдвоем будут, собственно, тащить до победного. Вот, будут стараться все-таки не опускать руки. Стараться как-то выиграть. Ну ладно, давайте смотреть. Джон в мидлейне перестреливается против, собственно, Ринкарна. Умирает, парламент последний. Но это ГГ. Это good game well played, к сожалению, для команды, конечно, в Grizzly Pro. Команду Strange я поздравляю. Я поздравляю, собственно, с набором первых очков в некой групповой стадии турнира Ice War Money Cup номер 3. 3 очка у вас уже, собственно, есть. Ну что ж, парламент, смотрите-ка. Может, я зря вообще благодарю команду. Тут такие хорошие слова говорю. Нет, не тащит. Не тащит у нас парламент. Это good game, это 16-7.